В России более 13 миллионов людей с нарушением слуха. В том числе более 1 миллиона – это дети. Представьте, вы бы жили в вакууме. Вам бы хотелось слышать? Конечно, это важно для них. Они хотят быть абсолютно такими же людьми, как все. В обычной жизни я не слышу музыку. Но когда я надеваю наушники, я слышу хорошо. Новые усилители звука позволяют детям, которые очень плохо слышат, имеют очень низкий уровень слуха, слышать музыку. Не то, что речь человеческого, даже звуки музыки. На проекте мы изучаем, например, детский альбом Чайковского или «Карнавал животных», и они с удовольствием слушают, запоминают, знакомятся. Им нравятся различные музыкальные инструменты. Кто-то любит, например, духовые, кто-то любит ударные. Мне нравится, когда можно самой поиграть на барабане. Мне бы хотелось, чтобы подобное оборудование было во всех театрах, на всех концертах, чтобы любой глухой, слабослышащий человек, просто человек с нарушенным слухом, мог прийти и услышать и понять, почувствовать.